Так, я в лобби Мерло. Супер, Эйден. За дело. Взламываю. Только глянь, тут секретных данных бери не хочу. Прямо мечтают, чтобы я их стянул, и я стянул. Стянем. Не отвлекайся. Тут нехилая система защиты. Как прогресс? 100 000 за полминуты. Что бы мы делали без богатеньких? Просто волшебство какое-то. Сидим и деньги из воздуха тянем. Повезло тебе. Еще кто-то влезть решил. Посмотрим. Забей. И так забот хватает. Сливай все деньги и валим. Не нуди, малыш. Старшим виднее. Защита сработала. У нас гости. Ну потерпи чутка. Я сваливаю. Я тебе сейчас свалю. Это что за? Сворачиваемся. Эмин, уймись уже. Морис. Ну? Короче. Один из наших агентов узнал имена хакеров из Мерло. Прижмем. Займись Эйденом Пирсом. Убери его. Семью припугни. Этот парень доигрался. Че-че семью? Что-то не так? Не, без проблем. Считай, Пирса больше нет. Это правда. Кто заказчик? Чувак, я не знаю. Честно. Не знаешь. Че-че семью? Что-то не так? Не. Без проблем. Считай, Пирса больше нет. Ну что, Морис, припугнул, а? Просто работа. Я не знал. С кем ты говоришь на записи? Имя, ну? Да не знаю я его! А это ты знаешь? Лена. Лена Пирс. Не знал я ни про каких детей! Все пошло не так! Советую подумать получше. Ну? Мужик, даже если бы я знал имя, не сказал бы. Эти люди, такие слухи ходят, ты себе не представляешь. Чувак, лучше не лезь в это. Знаешь, иногда у нас... Прошу, не надо! И кто это был? Я говорил с ним по телефону, он назвал мне место, это все, клянусь, это все! Имя давай. Не знаю я! Имя! Убить! Да! Как там с памятью? Ah!
Мне Морис ничего не скажет. Ты другое дело. Эй, Морис! Слышь, чё, как придурок? О, чёрт! Где тебя носило? Чё? Это он мне. Чуть отвлекся. И что же я вижу? Где патроны? Выбросил. Что, а иначе бы ты его грохнул? Я просил их подержать, Джорди. И где ты был? Мне позвонить надо было. Морис что-нибудь сказал? Блин, ты гонишь. Прибраться надо. Хорош уже любоваться. Эй, мило, конечно, но ты меня расстроил, Перс. Ты даже не заметил, как я завариваю кашу между бандами. Надо закончить дело. Уберем его. Не, поздняк. Восьмой. Чикаго ведет. Почти развязка. Все. Времени нет. Так-то. Ха. Да ладно. Неужто даже не спросишь, кому я звонил? Так, ладно. И кому же ты звонил? Так-то. Короче, у нас тут куча трупов. Наверху огромная толпа. Я вызвал копов. Панику создать. Да ладно. Ага, без шуток. Ну, копы подъедут, а потом Морисовы братки и бах-бах-бах-бах-бах. Джорди, ты шутишь? Нет, не шучу. Так вот, в конце матча начинается паника. А мы с тобой тихо смываемся. Спасибо, скажешь завтра. Супер. Пунктуальные копы. Займусь ими, а ты хватай Мориса и вали. Мориса? Я тебе что, водитель? Он стрелял. Я с ним не закончил. Урод. Полиция Чик... Кага, есть тут кто живой? Вылезай давай. Огнестрел. Пушка вон там. И тут мертвяк. Тоже вайсрой. Ну и отлично. Вот не могли эти уроды... Кто это? Нашел что? Не, тут тишина. Один из шишек Вайс-Ройс сбит ложе. Проведаем его. Лады, поднимаюсь.
нужен отвлекающий маневр. Лишь бы клянул. Наконец, это твое право. Пошел ты! Копов полно, не выбраться. Мне нужен какой-нибудь отвлекающий маневр. Отруби свет, тогда я смогу свалить. На всем стадионе? А кто у нас не хотел, чтобы все трещали про Мстителя? Для таких выкрутасов мне придется пробить фаервол CTOS. Своя шкура все-таки дороже. Где ближайшая точка доступа? Совсем рядом. Только без пропуска тебе туда ход закрыт. Нужно найти охранника. Должны выдавать коды доступа. Ага. План эвакуации есть? Ну, конечно. Нужно выводить людей. Предлагаешь ради ваших кошек, мышек эвакуировать. Отлично. 40 тысяч народу? Закрывайте подвалы, можете хоть вверх дном. Где Джорди? Я
болел. Аллергия на копов и у Мариса. Но я оставил тебе подарок. Друг моего друга барыжит тачками. В гараже напротив тебя поджидает одна красотка. Брать или не брать, твое дело. Мне пора. База, мы на позиции. Ищем Максим. Объект исчез, но мы еще раз все обыщем. Того, кто стрелял, я нашел. Осталось разговаривать. Но как? Пытать пробовали. С Марисом это не вариант. Нет, нужен другой способ. Сыграть на чувства. Надо подождать. Он расколется. Thank you.
там не остановится. Дарай его! Не хочешь сегодня поразвлечься? Ты там была. И слышал, что мы задумали. И теперь собираешься растрепать кому-нибудь. Нет, я ничего не знаю. Не ври. Не вру. Слушай, я просто за друга волнуюсь. Ну вот и не порть ему праздник, слышишь? Не могу. Я тоже. Кстати, очередь-то твоя. Моя? Я как проклятая 2 месяца каждый день ухаживаю за ней. Слежу за тем, как она... Чёрт! Give me danger.
вами. Видите? Нельзя так. Это все дура. Полегче. Когда уже Thank you.
no tiene ni... Perdón. No tiene ni idea de gestión. Thank you.
Дороги мало. Хотите? У нас распродажа. Сама природа хочет, чтобы вы прочли это. Спасите планету! Советы на каждый день. Все на защиту. Эй, что за дела? Привет. Чем могу помочь? Давай без обид. Становится только хуже. Не знаю. Мы что-нибудь